Всем хорошей дороги, с вами Юрий из Мода Комфорта. И сегодня в моих руках шлем от компании AIM, модель JK906. Это модуляр, то есть шлем с поднимающейся передней частью. Кнопка открытия находится снизу. Также в этом шлеме есть так называемый санвизор, то есть темные очки. Материал скорлупы – термопластик. Вес шлема – 1850 грамм в размере XS. И, кстати, о размерах. Шлем большемерит, а ориентировочно на 2. И мне, на мою голову, окружностью 57,5 сантиметров, подходит именно XS. Хотя в большинстве других шлемов это M. Продается этот шлем в минимальной комплектации. Только чехол и шлем. Но имеет углубление под динамики для установки гарнитуры. Визор к пинлоку не подготовлен. А значит, необходимо будет использовать универсальный. Но зато шлем имеет сертификацию DOT, что позволяет вам быть уверенным в его безопасности при катании как на мотоцикле, квадроцикле, так и даже на снегоходе. Потому что производитель оставил возможность кастомизации шлема путем установки на него визора с электроподогревом. И самое важное, и главное, что сделать это можно всего за пару минут за счет удобного механизма. Однако, все-таки, это все лирика, дорогие друзья. И без примерки, к сожалению, шанс идеально подобрать себе шлем остается 50-50. Так что катайтесь с удовольствием и в безопасности. А за шлемами приходите к нам в Мотокомфорт.